серая. Город Александров. Такой омут. Раньше здесь ловили щуку. Лет, наверное, 25 назад. Вот так вот. Я еще пацаном был. Помню, здесь мужики ловили щуку. Вода здесь была чистая. А это вот знаменитый Искоровский завод, который в свое время тоже поганил речку. Вон, если видно, ну видно на камеру будет. Вон там уже это вот очистные. Все, что от них осталось. Ну, завод сейчас не функционирует. Разбросов нету. Раньше то и дело отравляли речку. Очистные работали так себе. Ну как и было все в Союзе, так себе. В этом году она замерзла, здесь замерзла река. Обычно здесь не замерзает, но ледок-то хрупкий. Запах, я едва здесь могу стоять. Запах, конечно, здесь невыносимый. Кому станет это интересно, сходите сюда, посмотрите. Вы думаете, это ручеек вот это вот? Это вот. Ручит водичка. И впадает этот ручеек, если честных, прямиком в речку Серая. Вы знаете, как вот здесь смрад стоит? Это ужас. Вот, не подходя к реке еще за метров 20, запах еще тот. Вот вам, пожалуйста, пасирка. Весь пасир, вся грязь. Без очистных. Все спускается в речку. Вот так мы любим свою экологию. Уважаем реки, природу. Вы знаете, здесь стоять невозможно, я уйду. В общем, вся, весь этот смрад, все это дерьмище, все льется напрямик. Вся эта канализация льется в речку. Рядом находится парковский пруд. Вот. Вот такие дела. Дышать тут невозможно. Вот этот вонючий сток. Это находиться здесь просто невозможно. Вонь такая, что подкатывает к горлу комок. Фу, невозможно. Вот эта вся субстанция, не поймешь какого цвета, бурого цвета. А текла какое-то одно время, здесь текла даже желтая какая-то субстанция. Пахнула химией. Вот смотрите, внимание, вот. Вот она. Где-то оттуда. И втекает все это в речку Серая. Вот, без всяких очистных. Никаких очистных, повторяюсь, никаких очистных нету. Все это говно впадает в речку. Вот. Вот река начинается. Кошмар. Вы знаете, раньше я не обращал внимания на эти вещи. Ну, как обращал, но... А когда начал сплавляться по рекам, вот встречаются такие отрезки рек, где невозможно идти. Просто запах такой, что... Не описать это. Не словами, и это не только у нас творится, это во многих, по многим рекам такой бардак. С
скрытая канализация. И вот бывает, река омелеет, и трубы торчат там, все это сливы. Все это я видел. Но то, что я вижу сейчас вот у нас, это просто что-то с чем-то. Это что-то с чем-то, я не знаю. Вот этот участок реки, вот это вот, скорее всего, течение идет. Да, здесь все отравлено. Вот эта канализация, вот эта. Вот она идет. Раньше такой широкой она не была. Вот. Это где-то в 20 метрах от реки. Вот она. Все это говнище. Все, вон. Вот все это идет в реку Серая. Смрад такой, что находиться здесь рядом просто невозможно. Фу. Вот она. Говнорека. Говноречка идет. Фу, блядь, не могу здесь. Я здесь просто, извини, шургаюсь. Но не могу я здесь стоять просто. Вон кто-то здесь переходил. Вот. Фу. Невозможно, ребята, это просто невозможно. Это просто что-то с чем-то. Вот. Рядом находится здесь бывший конный двор, кто знает. Сейчас тут находится какой-то там ООО «Мартынов», я не знаю тут. Работают здесь, не работают, это не важно, не суть. Все, пойду, не могу здесь больше стоять. Вот для ориентира рядом вон церковь. Вот, вот там вот находится Парковский пруд. Тут вот какие-то бухарики здесь, видимо, стоят. Как они тут стоят, я не знаю. А вот этот весь кошмар. Вот он. Вот этот весь кошмар. Фу. Невозможно здесь стоять, ребят. Ну, извиняюсь. Невозможно здесь. Это все идет в речку Серая. Вот это вот предприятие ПВОС, общество слепых. Вот это вот бывший конный двор. Продолжение идет. Вот эта пасирка. Вот без очистных, вот она идет. Вот. Дальше, фу, здесь невозможно стоять. 100 раз повторяю уже, но... Вот. Вот труба идет, где машина. Вот. Вот труба. Сюда входит это говнище все. Вот она идет. Все это говно идет здесь. Вот она. Вот Советский переулок 27А. Вот она. Вот труба. Говнотруба. Вот отсюда вытекает. Не знаю, откуда все это идет. Идет вот туда, где частные дома. Идет, идет вот сюда. Великий город, престольный Александров. Вот отсюда начинается твой говнопуть к реке Серой. Как сказали мне люди, вот этот желоб идет с города. Вот он идет. Вот. Все это говнище идет с города. Вот. Здесь сейчас находится, здесь вот люк. Сейчас его не видно.
Вот мне сказали люди, что здесь постоянно такое. Постоянно здесь слив такой идет. Все это с города. И еще он идет налево туда, в частные дома. Как с этим разбираться? Я не знаю.